Украине в свое время предоставили возможность на самоопределение. Почему такого не предоставили для Донецка и Луганска? Какое самоопределение когда? Советский Союз? Да. Или что? Независимая стала Украина. Стоп. Это все было как бы законно и признано правильно. Стоп. Я закончу. Ну, если вы не знаете подводных камней, это все было законно, легально и признано всем миром.